Итак, дорогие друзья, сегодня мы играем в GTA 5. У нас челлендж. Челлендж похожий, как был в GTA 4, с модификациями на быстрые автомобили, но здесь с небольшими доработками. Ё-моё! Наш сегодняшний маршрут. Нам нужно от дома Майкла, Майкл уже его зовут, да, дойти до стрип-бара. До стрип-пухи. Опять стрип-бар? Опять стрип-бар. Ну, у нас мужские потребности, поэтому опять стрип-бар. Но! Я не против. Но этого недостаточно, понимаете? Вы же понимаете, вебку я не просто так подключил. Значит, смотрите. Прямо рядом с камерой у меня установка. У меня... Дай я угадаю. Я хочу хотя бы... Можно я погадаю? Давай, давай. Ну, мало. Это что-то истязательное, что-то, да, что будет над тобой издеваться? Да. Это что-то... Но смотри, в чем суть. Здесь стоит Nerf Gun, который работает от батареек. Стреляет он шариками и стреляет довольно больно. Я это дело 3 дня собирал. Я разобрал эту пушку, вытащил оттуда наружу контакты, которые отвечают за срабатывание пушки. Вытащил из старого контроллера Xbox вибромоторчик. Запитал его от звука аудиокарты, потому что звук, когда он в проводе, это ток, ну, там 1.5 вольта условно. Охренеть. Но этот ток приводит в действие вибромоторчик, и все это срабатывает от подачи звукового сигнала нажатием на одну кнопку. Охренеть. Но останавливается, к сожалению, нажатием на другую. Так было сделано, потому что, чтобы моторчик крутился в обратную сторону, нужен звук с другой фазой, поэтому так оно работает. Сразу хочу донести до своих зрителей, что я не мастер инженерного дела, и вся конструкция не очень надежно работает. Поэтому, как страховочный вариант, я прикрутил еще робота-переключателя, который просто зажимает на 1 секунду буквально кнопку. Это надежный вариант, но он запасной, не просто так. У него, короче, задержка примерно 2 секунды, пока ты в приложении нажмешь, пока сигнал дойдет, вот это вот все. И ты не можешь выбирать, насколько долго пушка будет стрелять, и волен довольствоваться вот этим промежутком, пока робот сам зажимает эту кнопку. Но! У меня в комплекте сегодня, в арсенале, есть вот такие очки, и я попрошу Аркашу сейчас нажать плюс, а потом минус. Ты готов? Я не знаю, чего ждать, просто я хочу. Ай. Короче, Аркаша сегодня... Можно я буду играть голым? Боже, это лучший день в моей жизни. Я понимаю, Аркашу сейчас, у него есть рычаг давления со стороны. Между нами километры расстояния, море между нами. Но вот у человека... Давай сегодня мы будем на приятных, на спокойных тонах общаться. Слушай, ты помнишь, не так давно... Мы с тобой посрались. Все плохое забывается очень быстро. Я сегодня с тобой хороший друг. Вообще, с самого начала мне хотелось бы сказать, если я тебя когда-либо нечаянно обидел, прости меня, пожалуйста, потому что сегодня... Мне выебываться не стоит. Я тебе на это скажу только одно. Бог прости тебя. А я сегодня буду. А хорошо, ладно. А если серьезно, то... Условия. Да, именно. Да. За каждую смерть я получаю по лицу... А сколько у тебя заряда в том, скажи, пожалуйста? Я периодически буду все это подзаряжать. У меня здесь мешочек. Мазохист. Самыми настоящими патронами. Давай так. Вот салфетка. Постреляй в нее. Ой! Ее прорвало. Боже, почему ты не предупредил? Я бы гораздо быстрее ехал домой, если бы знал, что меня ждет. Но это был сюрприз. Нельзя сюрпризы портить. Короче, поехали. Сегодня я в шлеме, не просто так. Это ради моей же безопасности. Безопасность превыше всего. Итак, хотелось бы напомнить для зрителей, что в этот раз против... Отлично. Блядь!
Мне нужны очки на все лицо. Кому-то сейчас плохо вообще-то. Я так хорошо. Не смейся так громко. Нет, он так еще, знаешь, весисто шлепает по лицу. Конечно. Я выбирал. Чувствуется импакт. Я выбирал эту пушку чисто для этого. Вот это я понимаю. Вот это, боже, боже, как мой вечер мог так превратиться в... Собачку жалко. Я тебе вот что скажу. Есть ощущение, что здесь машины двигаются более, гораздо более хаотично, чем в GTA 4. Реально. Есть ощущение, но игры разные, как-никак. Как? За что? Опа-на! Ты готов? Я всегда готов. Я хочу одно слово, тебя последнее. Перед смертью. У самурая нет цели, есть путь. Я как понял? Извини, я не успел нажать минус. Ребята, записывайтесь к стоматологическую клинику у Мармока. Легкое удаление зубов для точности. Я вот сейчас понимаю, если Пэкмен и кончал бы, то он делал бы это больно. Пушка, к слову, очень приятная, очень прикольная. Я ее по... Давай, стоп. Хочу кое-что сказать. Давай так, условие. Если меня убивают в пределах... Режиссер будет играть молча. Никаких дополнительных условий. Наши отношения выше на новый уровень. Это нечто просто. Слушай, я не сам... Опять же, ну это начало, ну объективно. Если в меня убивают в пределах моего участка, то это не считается. Хорошо, хорошо, в пределах... Я-то хотел сказать раньше, но ты не дал мне этого сделать. Ну это ж... Ну два раза подряд это точно. Ой, ой, это было так неожиданно. Задержка минимальная. Охуенно настроил. Ну сколько времени ты просто будешь умирать на своем спавне? Ну а что так, ну сложно. Ну капец, как сложно. Движение жизнь, двигайся. Фура перегруженная едет. Ничего себе. Ребята, если у вас морская болезнь, возможно, это видео не для вас, потому что здесь камеру колбасит постоянно. Морская болезнь — это когда тебя укачивает. Вот это тебя прокатили. Вот это он унес. Слушай, я спал. А мне надо что-то отсюда срочно. Что-то здесь я забыл. Что-то... Я подожду, пока ты найдешь. Что-то шары прищемило. Ладно. Ай, блядь. Он здесь больнее. Что твое лицо? Монитор выключился. А, это... Что? Смена сцены. Я испугался. Ты видел свое лицо? А больно по затылку получать. Что такое дружба? Ответь мне на этот вопрос, пожалуйста. Я хочу от тебя услышать. Это что-то... Это когда что-то, ты друг другу доверяешь. Это что-то очень абстрактное, неосязаемое. Это что-то, ну давай, что... я постараюсь сформулировать. Я думал, ты стреляешь почему-то. Нет, нет. Вот, что такое дружба. Это когда ты веришь своему другу. Доверяешь, когда ты можешь доверить ему какие-то вещи. Да, когда ты знаешь, что тебя не предадут. И когда ты знаешь, что в нужной ситуации тебе всегда выстрелят в ебку. Нет, нет, пожалуйста. Я так страшно. Я так буду хочу, чтобы сейчас. Я буду дергаться во сне сегодня. Не умирай, пожалуйста. Пожалуйста. У меня есть деньги. У меня есть деньги. Сколько ты хочешь? Хорошо, давай. Сука, надо, чтобы ты еще... У меня открылась новая фобия. Я боюсь, что ты выстрелишь, когда я буду говорить, и снаряд попадет мне в рот. Слушай, а давай честно, у тебя вот сегодня в планах, помимо вот выгребания, есть, ну, реально план пройти конкретно? Я хочу увидеть качественный танец от профессиональной стриптизерши. Вот что я хочу. Хорошо. Это мой поинт. Хорошо, а ты готов пожертвовать половиной своего здоровья сегодня, да? Вот здоровье половины готов, не готов отдать, а щеки, ну, если придется, ради... Ты понимаешь, но если я все-таки, ну, у меня, если что-то во мне человеческое заиграет, я почувствую, ну... Сострадание к тебе. Что мне делать? Мне все равно стрелять? Я не рассматривал такой ход событий, потому что такого не будет. Потому что ты... Но это вдруг ты... в какой-то момент мне будет больно. Да не будет тебе. Тоже. Да не ну, будет. Ну, мне кажется, такого. Что это больно. И это мне становится... больно, но я терплю, значит, терпимо. Пожалуйста, не надо. Это капец как...
За что? За что? Я ведь 3 дня это настраивал. Знаешь что? Перед тем, как я перебегу этот участок дороги... я лучше сначала перебегу его. Делай же, перебеги, а потом скажи. Да. Я хочу просто тебе сказать спасибо. Спасибо за то, что... Да я тебе спасибо. Ты не стреляешь в меня. Блин, вот сейчас неловко. Ты летишь в церкви, во-первых, а во-вторых, ты сказал такую добрую вещь, и как будто стрелять будет совсем исполненным. Спасибо тебе. Не, на всякий случай буду говорить... в пол рта, потому что боюсь проглотить мячик. А ты знаешь, что гораздо приятнее, чем выстрел? Ожидание. Для меня это неприятно. Я возьму эту пушку в Тбилиси. Возьми, боже. Я выпущу все в тебя. Чувак, я куплю такую же, и мы будем бегать и резвиться, как детишки, а потом в конце... Снимем с себя одежду. Да все, я хотел остановить его на себя, а теперь уже тебя. Это можно остановить. Знак стоп. Что с ним? Он очень сильно хочет разглядеть разметку. Они здесь прям ебутые. Ну и мне не дают остановиться, ты видишь, что творится? Люди агрессивные, все. Там фура довезла товар. Суеверная. В церковь, в синагогу, не знаю куда. Участок. Здесь можно передохнуть чуть-чуть вот в этом месте. Бассейн. Какой бассейн? Нахрен, завали. Ой, извини. Нам не нужен бассейн. Я хотел сказать, что нам бассейн. Нам бассейн не нужен сейчас, дорогой мой коллега. Да как они ровно пролетают некоторые машины, знаешь, вообще, как будто так и должно быть. Да, я повернул в мою сторону. Видел? Смерть пришла, откуда не ждали? Не буду стрелять. Нет, не буду. Нет, да, все, не проси. Хорошо. Не могу. Хорошо. Не могу. А ты на вебку смотреть. Не смотрел, да? Нет, а что ты делал? Ты факт показал мне? Нет. Не-не-не, я сердечко показал, чтобы ты не стрелял. Я не видел, правда, клянусь, не смотрел на... А что ты вот сделал? Вот ты осмелишься стрелять вот в это сердечко. Не, не буду. Я просто не знаю, что ты... Не, не буду стрелять, не буду. Дам тебе еще чуть-чуть времени. Если ты, конечно, сейчас что-нибудь не спишь конченое, я не сорвусь. Да не, я не собираюсь против псов что-либо говорить, псы не пойдут. В сердечко. Конченый. Я хочу увидеть новую локацию, я хочу посмотреть чуть-чуть, что дальше. Я хочу заиметь в сердце надежду, что ты не просто так будешь сегодня получать пиздец, а еще и пройдешь. Чем это все. Больше ты во мне сомневаешься, тем больше я в себе сомневаюсь. Ауф. Какой поток плотный. Ну что брат, это такое? При всем уважении, я, если хочешь, если ты хочешь. Стреляй заранее. Да, я придумал. Что? Как? Да. Стреляй! Один поймал, один словил. Я как будто знал. Как? Да это было очевидно. Ну что, я ж за колонной был, как? Я так далеко был в этот раз. Вот это, конечно, маршрут. Вот это да. Но скажу так, он не то чтобы сильно сложнее, просто он сложный. Не то, я чтобы... обожаю твои эти просто... цитаты, нет, я бы просто... Да, я ху... несу. Не знаю, но этот город выглядит как что-то вообще это совершенно Это город безумное. Из пятого элемента, я понял. Летающие автомобили, ты погляди на это. Там было меньше аварий. Ну, это как бы... Не все могут предсказать будущее таким, какое оно будет на самом деле. Слушай, беги, сука! Да я бегу. Я вот так должен бежать, понял? Наискосок, чтобы вот да, так мне вот. Нравится твоя тактика. Ну, я не особо контролирую ситуацию, но есть ощущение. Не-не-не-не-не-не-не, это было неплохо. Вот эта фура тебя убьет. Не-не, фура уже пройденный этап. Беги, сука! Да. Колеса остались. Логики в их траекториях нету. Это уже нужно понять для себя, потому что... Они передвигаются как сумасшедшие. Неожиданно и приятно. Стреляй, стреляй. Конечно, с удовольствием. Ах ты хуйка. А ну-ка появись, гондон. Ой, передышка здесь, может быть, передышка маленькая, нет? Любая пауза, в любой точке. Нужно передвигаться в любом случае. Я заметил, что когда ты бежишь, шансов больше выжить. Так, я к тебе, кстати, хотел показать. Это самое. А, то есть ты думаешь, что столько так больно? Ну, давай посмотрим. Это все больно. Я создал это. Не знаю, но я искренне благодарен тебе за этот день. Я все-таки вызову такси, погоди. Пип-пип-пип-пип. Это было глупо. Алло? Алло, такси вызовите скоро. Вам куда? Вам куда? Ц-
сиди спокойно, так не могу понять. Ой, это было так неожиданно. Я испугался больше, чем мне было больно. Спокойно сидел, знаешь. Это было так неожиданно. Да, неприятненький участок. Но он был и в четвертой GTA. Это босс, которого нужно пройти. Самый сложный явно участок, да. Тут же сверху не эстакада, тут просто мост. Хотя это то же самое получается. То есть тут сверху можно пробежать, а не снизу. Ну типа. Давай попробуем так. Челики чилят. Автобус! О, взлетел! Это моя защита! Блядь, с той стороны защита. Быстрее блок, скорее блок, блок, блок! Так вяло? Так слабо. Да, согласен, хуйня полная. Охренеть, как я далеко. Ну... Женщина, оголяйтесь, я рядом. Я очень близко. Разминайте будешь... кости. Сейчас будет стрепуха. Ты бы свои кости не раскидал. Не-не-не-не-не-не. Я просто перебегу. И мне это удалось. А как еще? Это так близко. Это не может не радовать. Но меня сейчас огорчат очень быстро. Но я чувствую, да посмотри на эту дорогу. Че так много здесь таких широких дорог? Твою мать. Ну ё-моё. Не ё-моё. А ты хорошо. Пока что. На очень... Что обычно говорят перед расстрелом? Не стреляйте. Хорошо. Бля, я нажал на голову случайно. Ай, да нет, это не работает. Я не про это. Блин, я думал, а вдруг сработает. Ого, нифига себе, это ты это? Нет, я шучу. Я поймаю этот снич. Слушай, ну засчитаю. Поймал, отбил, все-таки попытался. Кстати, почти поймал. Я пошутил. Женщина. Вау. Бля, выбрала свою на Верочку. Да поговорили. Нету вариантов, просто на Верочку. Слушай, а давай ты просто бежишь просто на Верочку. И вообще да не какой тут расчет? Да. Тут же всегда все. Меня всегда все. Убивали странно, при странных обстоятельствах. Либо на обочине, либо вот что. Как это можно предугадать? Куда я бегу? Ты очень близко. Ой, как я близко! Как я близко, я, по-моему, уже визуально понимаю, где стрепуха. Беги на запах. На запах селедки. Это была моя шутка, которую я решил не говорить, потому что она слишком конченая. Я решил в лоб сказать. Нас смотрят детишки, они не понимают, что пи***а пахнет селедкой. Ты мог не уточнять, и это было бы чуть-чуть более нормально. Охранник, не стой, ты видишь, что здесь творится? Тебе пора умирать. Лещом! Красиво! Вау! А женщины? Подожди, так они же агрессивные! Нет! Женщины! Птички мои, девочки! Вы куда побежали? Там смерть! Нет! Побеги за ней! Анжела! Анжела, стой тут, никуда не бегай! Анжела! Да вы что? Царство им небесное! Боже! Какой грустный финиш! Ну ладно, финиш есть финиш. А что в GTA 4, кстати, с Ника не поиграли в боулинг. Что здесь никакой награды по итогу. Но в качестве заключения, так как у нас еще остались патроны в нашей карательной пушке, Аркаша предложил пустить всю обойму мне в лицо, порадовать, так сказать, вас на бис. Поэтому мне придется это выдержать, пока я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ребят, спасибо большое, что этот вечер были здесь. Подписчики, я вас очень обожаю. Надеюсь, я вас не разочаровал сегодня. И такого рода контент вам очень сильно зашел. Боже, как это больно! Сука, в одно и то же место! Я тебя ненавижу, Продолжай прощаться. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Да еб твой рот! Боже, слишком... Лайк, пожалуйста, поставьте. Хорошо, пока мне не начали стрелять в лицо. Это все потешно, но что у меня в морозах января. А прям в январе. Одна мысль между
ушами кипит. Я боюсь, что это повторить. Что, блядь? Это повторить. Сейчас, подожди. Полина, я хочу тебе записать видео, чем я сейчас занимаюсь, и я хочу у Марины попросить дозволения сейчас сделать то, что я делаю. Слушай, один раз. Давай. Один раз за свою следующую Замен. Смерть. Да. Сейчас я с помощью клавиатуры смогу сделать кое-что очень приятное для себя. Это лучший вечер в моей жизни. Пожалуйста, обращайтесь. Боже, я должен такую трансляцию провести. Я разбогатею. Я стану миллиардером. Хейтеры, все хейтеры. Я хочу собрать всех хейтеров за ваши деньги. Пожалуйста. Можете надавать мне лещей. Я могу еще шариков купить. Мне не жалко. А сколько бы стоил донат такой стрелятельный? Ну, за пятихатку. Пожалуйста. Вот это дешевая но там, шлюха, блядь. Но а там я... зажим такой, знаешь, типа за десятку, там зажим 7-секундный, допустим. Да? Бать, ты 7 секунд не выдержишь. Да ты... выдержу, за десятку я выдержу, я нал. Ты что, 7 секунд. Так, запись закончилась. Давай теперь в жопу стреляй, мне сейчас трусы сниму.